Всем привет! Меня зовут Екатерина Великанова, это Машенька Великанова. И сегодня мы вам покажем три вида массажа, которые можно делать. Поэтому все внимание на Машенькину спину. Пожалуйста, сюда. Первый массаж. Мы сейчас будем делать пиццу. Для того, чтобы сделать пиццу, сначала нужно, конечно, взять какие-то ингредиенты. Да? Нам понадобится мука. Насыплем муку. Нам понадобится, наверное, вода, да? Нальем воды, нальем сюда все, сделаем тесто сначала. Потом насыплем соли. Что нам еще в тесто понадобится? Яйца, наверное, добавим, да? Разобьем. Молоко. Нальем молоко сюда. И тесто хорошенечко вымесим. Помесим хорошенечко тесто. Нам же нужна очень хорошая основа для пиццы. Поэтому тесто сделаем такое очень мягкое. Так, отлично. Теперь нам нужно это тесто раскатать. Раскатываем хорошенечко. В разные стороны все раскатываем. Так, отлично. Что дальше мы делаем, Маша? Томатную пасту мажем. Намажем томатной пастой, да. Намазали. Отлично. Теперь будем что делать? Укладывать ингредиенты ананас. Всякие, да? Нарежем ананас. Сначала порежем. Порезали. Покрошили сверху. Теперь креветки. Порезали. Покрошили. Теперь что следует? Сосиски. Режем. Много сосисок. Что-то у нас получилась большая пицца. Тоже все это покрошили. Сыр. Да? Так. Натрем сыр. Запечем это все. Поставим в духовку. О, пицца готова. Можно резать. Быстро у нас спеклась. Вот, отлично. Вам тоже кусочек. Маша? Вкусно? Хорошо. Второй. Все вы знаете про рельсы, шпалы. Но повторение мать учения, поэтому напомним. Рельсы. Шпалы. Ехал поезд запоздалый. Ехал и остановился. Рассыпали пшеницу. Пришли курочки. Поклевали. Убежали. Пришли гуси. Пощипали. Прямо щиплем. Гуси, они такие. Щипучие. Они что, тогда в воде должны расшипиться? Не знаю. И убежали. Пришла лисичка. Хвостиком своим все подмывала, понюхала, убежала. Пришел маленький слоненок. Потопал. Утопал. Пришла мама слониха. Потопала. Посильнее уже, да? Потопала. Утопал. Пришел папа слон. Потопал. Ух, папа слон, как ты, Маша, его выдерживаешь? Утопал. Отлично. Пришел дворник. Все подмел. Поставил стол, скамейку. Стал письмо писать. Дорогая жена и дочка, посылаю вам чулочки. А чулочки непростые, в них застежки золотые. Поставил точку, запятую, вопросительный знак, восклицательный знак, двоеточие. Запечатал все это, отнес на почту и выключил свет. Отлично. И это у нас был второй массаж. И впереди еще третий. Третий массаж у нас будет погодный. Это у нас карта Финляндии. На севере Финляндии. Пошел дождь. Ой, и в средней тоже Финляндии тоже пошел дождь. Ой, и в южной тоже. Везде, по всей Финляндии идет дождь. Дождь. И тут вдруг подул сильный ветер везде. И пошел град. Сильный град. А потом вообще началась пурга. Сначала на севере пурга такая, снег, вьюга кружит.
Ой, какая пурга, ничего себе! Закрутила, завертела. А потом и в средней половине тоже пурга. И на юге тоже. А потом выглянуло солнышко. И вот уже хорошая погода по всей Финляндии. По всей Финляндии хорошая погода. И здесь уже работает ваша фантазия. Поэтому вот такие вот три массажа. Пользуйтесь, пожалуйста. Делайте друг другу. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Машеньке. Пока-пока.